Всем привет, меня зовут Надя Шмафин. Сегодня у нас наша любимая дорогая ферма, которая называется Paleo Pines. Как я понимаю, это ферма с динозаврами. Надо выбрать себя. Мое приключение начинается. Я настолько старая, что я отправляюсь куда-то к динозаврам. Так, ну я буду явно бледной, потому что, ну, среди динозавров-то сильно не позагораешь, ты только съеденным будешь. О! А еще это выбор даже есть. Пусть такие будут. Причесон. Какой у меня причесон? О, дредосики. Не, ну дредосики, мне кажется, логичными в этом. С динозаврами-то. Ха-ха. Но выбор причесок тут небольшой. Даже челма есть. Хватит тебе зевать. Как ты работать-то будешь? Если ты уже вся изевалась. Ладно, пусть у нее вот эти хреновины будут. Юпи! Голубая рубашечка. Нет. О, юбочка есть, юбочка есть. Хотя мне нравятся эти труселя. А, как будто я только с просони. Так устала. О, есть платьюшки. Вот в этом розовеньком буду. Супер, супер, супер. И нужны говнодавы, потому что я думаю, динозавры срут немало. И поэтому всему хоть... Нет, может и бредосики сделать. Ну да, сделаем ей дредосики, она в конце концов с динозаврами. Меня зовут Руна. Меня зовут Руна. Я руиню все, что могу. Он так смотрит на эту девку, которая машет рукой, что ощущение, что он эту дудку ей куда-то всунет. Было яйцо в начале. Если у вас всегда есть вопрос, что было первым, яйцо или курица, первым было яйцо. Оттуда вы и выпился динозавр. Динозавр решил что? Утопиться? Это что такое вообще? Ванна? Он помылся? Он родился и помылся? Ни хрена какой умный. И пошел... усыпил камень. Пошел к двери. Да у этого динозавра целая хата. Стал танцевать. Танцевал, танцевал и вырос. И разгромил хату. А динозавры, кажется, очень быстро растут. Мало того, что они рождаются сразу умными... Мне кажется, ему не нравится. Он какой-то грустный везде. Вам письмо о том, что... Что? У него родня есть. Забирай его нахрен и отправь к родителям. Нахрена ты его украл? Да, я тоже с утра так же говорю. Так, мы тащим свою животину. И она у нас какая-то, не знаю, блохастая, что он ходит по кругу. Мы теперь в Paleo Pines. Как повезло. Это так я себе и представляла все. Ну, может, не совсем так, но тут немножечко все погромлено. Ты прав. Тут надо поработать. Мне отправили открытку, чтобы я пришла и все починила. Дисмаунт. Подожди, я не хочу дисмаунт, я хочу покататься. Вон у меня какая животина красивая. Дайте поездить. Да пошли вы со своим дисмаунтом. А что ты опять спишь? Ну, день сегодня был длинный, так что мы сделали все, что могли. Ты молодец, Лаки. Да, мою животину зовут Лаки, походу. Погладить Лаки. Лаки, я тебя глажу. Как-то я ее странно. Кто так гладит вообще? Ты чё? Так, забираем твои сокровища. Ты должна быть очень голодной. А у меня сегодня кошачий корм не пришел. Сука, мой кошачий корм где-то потеряли. Моя животина теперь голодная будет. На морковку. Вот, динозавры жрут морковку? Ну, наверное, жрут, они же травоядные, что. Ну, это точно травоядный. Я, конечно, динозавров ни хера не помню. Что, ты сейчас настрешь, что ли? Ну, конечно. Извини, это была последняя морковка. Мы не все сожрали. Что-нибудь найдем тебе. Куда пошла? Стой! Стой, стой, стой. Что ты нашла? Так, давай посмотрим. Что это за камень мечты? Да хватит спать. А говоря о слипных патчах, время пойти с... Короче, я спать пошла.
Слышишь, что ты такое? Как это добывать? Слышишь? Моя животина, животина, животина. Да кто гладит так вообще? Она могла так аккуратненько. Нежно. Сразу видно дети, ничему их не учат. Даже, блин, животину погладить по-человечески не могут. Ой, что-то кто-то сломал лестницу. Возможно, Лаки может помочь. Лаки, иди помоги, иди чини. Слишком большое, чтобы передвинуть. Надеюсь, Лаки все еще не спит. Лаки, Лаки. Извини, Лаки, я знаю, что ты устала, но нам нужно помочь, чтобы я тоже поспала. Давай, это будет по-быстрому. О, я могу ездить! Я могу ездить на животине! Вот, отлично. Все, прекрасно. Я умею ездить. Что еще надо? Клэр, Дебрис. Серьезно, что такое Дебрис? Что-то мы какие-то фибры души получили. Я ж тебе говорила, что быстро бы все. Она меня целует там во всю. Да-да, ты права, давай все на завтра. Все, спи тут. Спи тут. А, спокойной ночи, пора спать. Она меня любит, она меня там расцеловывает во всю. А что, динозавры стоят, спят? Не сворачиваются? Ну, в смысле, не сворачиваются. Да сворачиваются наверняка. Спи, короче. Ладно, я пошла. Беловая колбаса. В дневник? Сохранить? Нет, я иду сразу спать. Вот они же сворачиваются, я же говорила. Так, я проснулась. Доброе утро, Лаки. Она что там, что это? Она выстроила что-то странное? А, насчет завтрака. Чё? Здрасте, здрасте. Это что за пацаны? Это вы меня сюда притащили? Видишь, если следовать пути, то мы увидим, как они тебя взяли. Мои гумсы и тонги. Мэри, ты тоже это видишь? Вижу, но я клянусь, что мои блинкерсы в беспорядке. Это парасоролопус. Ее зовут Лаки. Какая красотка. Видишь, я же тебе говорила, что тут все разрушено. Когда я обнаружила следы, оно было на дороге и все такое. Но я сказала себе, Мэри, ты не можешь сомневаться и идти без вот этого мужика со сложным именем. Даже если он где-то там зависает и нихера не делает, надо его подождать. Ага, меня не было час. Нет, ты прав. Больше, чем два тебя не было. Препаредность очень важны. Я не знаю, ты в туалете, что ли, сидела? О чем ты? Рада с тобой познакомиться и твоей вот этой животиной. Ты знаешь, что ты тут не единственная. Мы с тобой, мы тебя поддержим. У нас тут эта группа психологической помощи. Но поскольку я жуткий интроверт, я не хочу уйти в вашу группу психологической помощи с людьми, и только если у вас не группа психологической помощи, где одни динозавры. Вот с динозаврами можно затусить, а с вами, пацаны, что-то я не хочу разговаривать, чего-то до хера. Никогда не видели они таких существ. Никогда. Я надеюсь, что ты пришла в Палео Пайнс не искать вот этих остальных, а потому что их тут нет. Ты что, вы моего ребенка расстроили? У него это... родителей тут нету. Погоди, погоди, ты что, тут вокруг не была? Мы думали, что ты была. Мари, ты видела следы? Да, я видела. Они появляются время от времени, они где-то там вокруг. Представь, реальный пора вот это что-то живет здесь, в этой долине. Ты планируешь переезжать? 1000 раз, да. Ура, новые соседи. Так, мы тебе что-то принесли. Вот тебе, держи, подарок для дома. Я надеюсь, кот ест.
А, чё-то распакуйся, раз... Так, три или чего-то, да, господи, сколько ты, три раза в месяц переодеться, ты что там несешь? Журнал, так, журнал, да давайте вы быстрее со своими болтовнёй, это же ферма, ферма, не про болтовню. Они мне толкали пакет какой-то травы, в наркоманы что ли, меня не засадят после этого? Откуда я знаю, что какая-то есть динозавривая полиция? Они толкали мне полный карман травы, чтобы меня подставить. Меня посадят. Так. Моя жевательная выглядит голодной. И надо пожрать. И ты не можешь кормить ее журналом? Ну, реально. Ты будешь удивлена. Какие-то... Что-то можно купить в рандомах. Так, вот там еще что-то плаза. Встретишь Марла, он тебе что-то пофиксит, ручку, и остановит тебя на ранчо. Да давайте вы, сука, быстрее. Все, бай-бай, бай-бай, я хочу пообщаться с своим динозавром и с другими тоже. Вон она у вас какая психованная птица, можно мне с ней тоже поговорить, а с вами не хочу. Так, да ёкарное обучение. Ненавижу играть в фермы в первый раз, потому что там обучение даже... Что? Ничего себе. У меня только один помощник, 0 друзей и 0 резидентов. А, резидентов? Я типа могу к себе подселять кого-то? А, Лаки нуждаются в моем внимании. Боже, это ужасно. Я внимания не уделяю своему коту, а уделяю внимание какой-то народной псине. Стой! Тебе надо это покормить. На, что это такое? Трава какая-то. Нормально тебе? Ну, она сказала ква, значит нормально. Ну, она меня там целует, правда, глажу ее, конечно, ее отвратительно. Так, подожди, утро, я так понимаю, что? А куда мне? Джей, Джей. Lucky needs attention. Я чё, ты чё, не понимаешь, что жрать надо? Ну, смотри, жрать, короче, надо. Не знаю, зачем, но надо. Жри. Чё ты, чувава? Чё? Чё это за значок? То ли вверх, то ли шип. Так, а чё по карте? Там какая-то... Ого! Тут фонтан есть. Поехали фонтан смотреть. Всё, поехали отсюда. Нифига, ты, конечно, разгоняешься. Нафига вообще в таких играх текст? Не, он там, типа, есть какой-то. Хотя, когда я играла в какие-то игры, типа, ферму, где нужно настраивать там отношения и все такое, там не такие уж специфические прописанные персонажи, чтобы прям... Ого. 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 А чё у меня хата такая раздолбанная, а у них нормальная? О! Чё я её... Стой! Стой, я тебя поглажу! Стой, тебя поглажу! Я тебя поглажу, остановись! Как тебя гладить? А чё, она меня обплевала? Обливала? Что с ним? Да, я тебя поглажу. Моя животина явно ревнует. Это чё, грибы? Можно нажраться? А, подожди, культ какой-то. Сатанинский культ, сатанинский культ. Можно вступлю? У вас где это, приглашение принимается? Пойдем, собака. Это не собака, но неважно. А что это я не могу их погладить? Они охренели? Что это? Ладно, пойдем к красивому домику. Опа. А это что ты делаешь? Как тебя погладить? Слушай, стой. А что тебе не нравится? Что ты напердишь на меня? Какая ты странная. А я траву не могу собирать, кстати. Подожди, я, может, не могу траву собирать на... А может, ты можешь что-то... Не, я могу только пнуть. Я не могу погладить других животин. Ты кто? Здрасте. Бабка какая-то. Что тут стало? Иди и скажи привет. А, ты только переехала на старое ранчо? Добро пожаловать. А, тут надо что-то... Вот этим созданиям нужны арбузы.
Меня зовут Агами, но все зовут меня старой бабкой. Иди посмотри на плазу. Давай, бабка сейчас тебе все расскажет. О, боже мой, можно я выйду? Бабка мне все расскажет. Она говорит, иди за мной. Нифига. Ай. Нет, мне сейчас бабка все расскажет. Кошмар. Да дайте мне что-нибудь построить. Что-нибудь посмотреть. А не говорит с вами. Ну, он красиво. Может, у них семена можно купить? А может, еще той травы, которую мне напихали полные карманы? Добро пожаловать в плазу. А, так, все хорошо, все открыто. Проблема все в другой день. У нас тут торговля, не торговля. О, она дала мне денег. Бабка! Я могу из тебя деньги вымогать? Да, ясно все с вами, господи. А что, все придут меня приветствовать? А можно скидку сразу персональную? Смотри, какая дура. Она только переехала. Приятно познакомиться. Я... этот... древесник. Лесоруб, во. А может, не лесоруб, но неважно. Ну, он, короче, тут гордость всей этой херни. Но никто меня так не зовет. Все... как в анекдоте. Ладно. Настояла один раз изнасиловать овцу, как говорится. У меня девка застряла. А, очень... бабка, кажется, девку съела где-то жопой. Да. Так, иди. Выберите меня. Ну уж, мне дали лопату. Мне дали лопату и дали мне эту. А я могу покупаться в фонтане? Может, я ВДВшник? А что это я? Нет нормальных прыжков, есть только юпи. Это задание, так понимаю. Два камня очень нужны. Всем нужны камни. А я все возьму. Потеряли шапку. Я набрала себе квестов. Здрасте. Что продаете? Да хватит с вами разговаривать. Трейд. Ага. Нифига, она не дала денег-то вообще. А что, я могу все это выращивать у себя? Я пока ничего не буду тратиться. Да. Так, ты что продаешь? Трейд. Заборы. Нифига мне твои заборы. Ой. О, мужик. Нет времени говорить. О, понимаю тебя. Нет, спасибо, я только что жрал. У вас какая-то... О. Что это я? Я что-то села, деловая. Да вставай ты, господи. Деловая колбаса села она. Сегодня, это завтрашнее... Вчера? Чего? А я везде посижу. У меня штаны грязные просто, я везде их оботру, чтобы всем было неприятно. Лучше есть морковь сырой. Лучший способ есть морковь, есть ее сырой. Что-то запеченное? Нет, спасибо. Что-то такая, она сказала. А что плохого в запеченной моркови? Морковь. Бабка, что-то продаешь? Да ёкарный свет. А, она дала мне семена моркови. Отлично, а я могу теперь уехать от вас нахрен? Я сегодня минимум по общению свою выполнила. Я могу уже куда-то уйти? Да, блин, хватит за мной следовать. Что-то он говорит про то, что ранчо давно заброшено, его нужно починить. Моя специальность — это чинить. Если что, я могу помочь. Хорошо звучит? Я издаю только какие-то звуки. Да дайте мне что-то уже поделать. Ладно, я получила свои семена, я получила свою траву, и я наконец-то могу строить свои грядки. Я хочу еще динозавров. О, во, угорело создание. А что смешного-то?
Охренеть, как смешно. Все в развалинах, и мне в этом жить. Ха-ха-ха. Так, какое старое место приносит мне какие-то воспоминания? Ну, поди ты еще разломал все. Как раньше это было прекрасно. А слушай, иди обосри, он задолбал меня. А, мы сделаем это место раем. Так, это что? А что с этим делать? Может, сломать можно? Слышишь, животина, ты понимаешь, что делать надо? Я не понимаю. Этот мужик от меня что-то хочет. О! Я выполнила квест. Ничего себе. И она еще левелапнулась. Кайф. Я могу сдать эти задания. Мне как их сдавать, кстати? Но она устала. Она больше не может. Вообще ничего. Так. Подожди. Подожди, а где задание-то? Put. Collect. Еще кого-то нужно встретить. Вернуться к Марии. Агаме. Ёкарный свет. Нужно всех еще и найти, что ли? Мышка, ты что хочешь от меня? Что тебе надо? Что ты приперся? Что ты ждешь? Иди домой. Ты пришел осуждать меня, то, что тут все какое-то через жопу? Или что с тобой не так? Я могу сама это собирать как-то? Не, мне как, походу... Have a look around. А. Блин, я напрягаю свою животину, но сама ничего делать не умею. По сути. Че-че-че? Походу, нужно эти штуковины куда-то поставить, да? А как? Тут же нет инвентаря вот этого. Да, действительно. Подожди, может там еще какие-то эти клинья есть? А, вон еще клинья есть, да. Может, нужно собрать все клинья, он там что-то построит? Квест апдейтед. Квест апдейтед. Квест апдейтед. Лаки. У Лаки нет ручек. А, жалко ее. Квест. А, ну вот, да. Собрать. Я собрала. Слышь, мужик, я все собрала. Что тебе надо? Ты уйдешь теперь? Этого должно быть достаточно. Использовать свой инвентарь, чтобы что? А. А. Ага. А я как туда пройду? А двери-то нету? Слышишь, у нас нет дверей. Equip the gate. Я поставила же, да? Все. Так, что-то распишись, подпишись. Лаки счастлива. Ты счастлива, создание? Бегаешь. Что это такое? Что такое, седло? А, да, седло. Стой, я тебе по морде дам. Все. Кажется, я устала. Я устала, и я пойду спать. Сторч. Write in diary. Keep playing. Подожди. Куда? Я хотела нажать, типа, отстанет меня из меню. Из меню хотела выйти, а не из игры в меню. Да ладно, хрен с ним. Кто вообще спрашивает, типа, вы сохранились, хотите продолжить играть? Я хочу пойти поспать. Я, типа, задолбалась за день, пойду спать. Нам еще пахать весь день. Ну, как нам? Лаки.
Я даже в хату попасть не могу. Ты еще там копаешь? Говно закопаешь. Ты что-то нашла? Что нашла-то? Флют? У нас какая-то вечеруха сейчас будет. А где она? Вот она. Ну что, ты из меня такой херовый, я бы так сказала, этот... Дайте просто по морде, да, мы пойдем. Пойдем работать. Ладно, сразу пойдем работать. А не заниматься вот этой фигней. Holding of the key. Что ты хочешь? Поиграй какую-то долгую ноту? На флейте. Удерживая кнопку. Да зачем? Я не хочу. На кой хрен мне ваши эти ваши флейты? Нет, они меня задолбают теперь с этими флейтами, да? А мне надо в морду ей это пихнуть. Подожди, я типа играю. Куда пошла? Я тебе играю, слышишь? Мои животине не сильно нравится. Слышишь, она ушла от меня. Смотрите на Лаки и играйте 1-1, чтобы получить ее внимание. Моя Лаки от меня убежала. Так, а я с другими, это работает? Нет, опять пришла бабка, да дайте мне поиграть без разговоров! Да! Полай на мой забор! Ты слышала шум или мне показалось? В смысле? Никто собак не резал, я тут играю. А, да ты так ужасно играешь, господи, я думаю, тут кого-то убивают. А, вот тебе семена на утро. Надеюсь, они у тебя не завянут от твоей игры. Все, я пошла. Хоя. Что это этого хоя? Я знаю, что ли? А, мотыга. А, мотыга, мотыга. Мотыга. А мне нужно... Подожди, у меня все еще не разобрано, чтобы мне куда-то свои грядки делать. Начинается. Я не построила ни хрена. Тут надо расчистить все. Мои будущие грядки, что будут? Где-то хрен пойми где. Надавали мне семена. А потом переделывать. А кого я обманываю? Я играю. Я играю в эту игру первый и последний раз. Но я не то, чтобы не люблю фермы, они прикольные. Чё она там мне морковку надавала? А я с динозаврами-то что-то буду делать? Тут же как раз весь замес в том, что они существуют. Да что ты, бабка, все следишь? Иди по своим делам, я справлюсь. Ну, задолбала меня. Лейку, говорит. Это лопата, это не то. Где лейка? Вот лейка. А... В пруду. Блин, да мой пруд-то далеко, оказывается. А вот я поэтому и говорила, что не надо ставить грядки до того, как это ничего не сделано. Да наполнит ее, блин. Хотя тут у нее такое озерце. Сделай муди. Сама сделай себе муди, раз тебе так хочется. Отстань от меня. Дурацкая бабка. Чё она приперлась?
Мои грядки, я что хочу и делаю. Лишь бы последить. Я фермер и дает мне совет. Во все, отстань. Вырасти бабки на морковке. Бабка от НГС от меня уйдет, или она жить со мной тут будет? Мне ничего не готово. Что мне какой-то тут... Вода-то вообще есть? Да, блин, давай. Не сразу реагирует. Надо было грядки поближе к озеру тогда. Я что, знала, что ли? Я же говорила, нужно тогда будет переделать все. Дурацкая бабка, блин, со своими семенами к ним приперлась. Так, ты там не устала? На тебе по морде. Действительно. Пойдем. А, в принципе... Чё? Она устала. Мяу-мяу, у него устала. Так, я что-то могу кому-то отдать. Вон, я насобирала кучу этих. Наверное, мне нужно вернуться в плазу, со всеми поговорить. Они же там живут все. Я так понимаю. Их не надо искать по всей локации, блин. Блин, почему нельзя просто прийти к этой доске, сказать, что я все сделала, типа, почту им отправить? Нет, нужно каждому подойти. Ага, это кто? О, ты мужик. Ну и чё ты? О! Слушай, она отстанет от моей лаки. Стал смотреть ей в жопу. Да, да, да. Иди ты со своей Мэри, знаешь куда? Кому мне там нужно что сдать? Мэри. Надо найти Мэри. О, Вюн. Агами. Господи, кто эти люди? А я могу... Подожди-ка. А я могу этим товарищам в морду сыграть? Они пойдут за мной? Что это такое? Чего? Выбери свой журнал? Какие-то ноты. Делать записи, кипер в свой журнал? А, я понял. Я записываю, что такое клевер. Подождите с своим клевером. Пацаны, пацаны. Ой, не то. Что, не нравится в моё пение? Блин, суки. Ну хотя бы что такое мухоморы я могу записать? Сожрать мухоморы могу? Глупая игра, если нет. А, я там, кажется, помираю, у меня стамин заканчивается. Неловко. Смотрите, пацаны, я типа умная. А еще и с мотыгой. А где моя тварь дрожащая? Нужно найти эти Мэри, Агами и так далее и тому подобное. А что, у меня кончится стамина, я умру? Непонятно. Так, кто такая Мэри? Кто такая Агапа? Вот. Блять, опять бабка. Да вот, забирай. Я все заслужила. Заслужила я свой чеснок, отстань. Так, где тут еще кто, кому надо сдать все? А, ему нравятся мои шмотки, говорит. Ты кто? Да какой ты, блин, Пипин?
Что-то какие-то кранчи попина я купила, нафига они мне. Что это такое? Ты что, готовишь жрать, что ли? А, он какую-то срочку готовит, ясно. Подожди, тебе нужно было что-то сдать? Остановись, я бегать не могу. Остановись, сука. Поговорим за моим столом. Ты задолбал, ну мы же и так можем поговорить. Сука, как я ненавижу с вами разговаривать. Как с вами сломать колени? На, я все сделала. Чего? Какой-то новый квест он мне дал. Да отстань ты, ёкарный свет. А где Агами и эти Мари? Мари Агами. А где моя животина? Юпи! Юпи! Подожди. Тут Пипина и вот это... Что там? А Мари где? Я запотелась аж. Отстой. Да я сдам эти квесты или как? Поехали. Поехали отсюда нахрен. Кому-то надо было сдавать-то чего? Подожди, а там что? Там есть путь какой-то? Может, мне к вот этой бабе надо? Может, она Мари? Мне кажется, мы с Минозаром скоро умрем. Ну что, нет стамины не у нее, что не у меня. А где? Вон она. Ты мне нужна? Скажи мне. Тихо, тихо, тихо. Чего? Привлеки их внимание. Ой, ну я хотя бы научилась дружить с кем-то, с динозаврами. А, вот что они за звуки-то издают. А что, можешь еще разок? А это что за шкала? Покормить? На, держи чеснок. Это типа чеснок тебе не нравится? Не, чеснок ему не нравится. Да кому понравился бы чеснок? Морковка. Я тебе весь свой сундук сейчас перекормлю. Я свою сторону не кормлю, сколько тебя. Давай уже быстрее дружить. Ты даже не такая красивая, чтобы тебе всю морковку переводить. Давай уже. Суп. Все, бифренды. Мы с тобой бифренды. На, держи. Я дала ему какой-то торт. Вот бы можно было со всеми животными так дружить. Даешь ему торт, и он твой друг. Хотя, если бы мне тоже торт дали, я бы, возможно, тоже была бы другом. А, теперь у меня будет Галимимус. Да какой же он Галимимус? Это просто Галя. Галя. Вот это Галя. Типичная Галя. Да-да-да, все восхитительно, прекрасно. Че, фото надо сделать на память? Галя. Ну да, Галя. Запишу про свою Галю все, что знаю. На диете. Гале нужна пен. Гале нужна ручка. Галя хочет писать. Вообще загон нужен так-то, а не ручка. Галя. Специи. А, прям так-то же. Социальная, между прочим, Галя. Там моя Лаки социальная. Ой, ё-моё. Мне это всё не надо. Подожди.
Лаки, ты социальная? Как посмотреть Лаки? А, никак. А эти чё? Я могу сесть на гаду, да? Подожди, могу её? Подожди, ты со своей флейты, блин. Я стараюсь как-то. Она радуется. Подожди, кому нужно было что сдать-то, ёкарный свет? Моя ревард. Я отдала ей камни, все отлично. Так. И чего? А я на Гале ездить не могу, да? Я могу только ее похлопывать. Наверное, Гале нужно седло. Так, а подожди, что еще тут надо? Может пойти еще туда посмотреть? А ты за мной не пойдешь, Галя? Не, пойдет. Галя за мной ходит. А, туда нельзя. Там перекрыто. Что за фигня? Галя? Так, это что такое? Может, Агами тут живет? Что это за место вообще? Я могу тут поспать? Да ёб, здесь дождались-то только не могу. А, я не... Это тут живет Мари. Не настолько знаю Мари, чтобы оставаться здесь на ночь. О чем? Кто-то будет спрашивать? Она все равно нету. Можно бы переночевать тут разочек. Блин, ну на самом деле замысел того, что ты собираешь себе целый питомник динозавров, не такая уж и плохая. Только бабка меня замучила, если честно, с этими разговорами дурацкими. А ты, Агами? Нет, ты вообще какой-то хрен с тобой. А, у тебя лодка есть, можно утопиться? Блин, я хочу жить тут. Я хочу жить тут. А не там. Что это такое? Тут есть озеро. Там что-то еще булькает. Все, поехали домой. Мне еще нужно Гале загон какой-то придумать. Я где? Непонятно, где я. Да я понимаю. Я тоже задолбалась. Кто такая Агами, я так и не поняла. Тут еще все какими-то заборами перекрыто. Но этих мелких, которые там показывали, их, наверное, уже можно приручить. Они там на меня что-то пердели. Все, можно идти спать. Все, Галя, не волнуйся, мы тебе построим обязательно дом однажды. Вся испотелась, я пошла спать. Мидей. Все, я на этом закончу. Игра довольно приятная. В ней замысел с динозавром и питомником как-то поинтереснее, чем даже, наверное, ферма сама по себе. А так, ну, типичная ферма, ничего нового, кроме динозавров. Динозавры классные. А на этом все. Обязательно подписывайтесь на канал, ставь лайк, ставь комментарий. Всем спасибо и всем пока.